О, мы с Серегой в такси. Какие у нас красивые девушки, мы рассуждаем Сережи, и почему-то мы оба до сих пор не женатые. Ну, сколько можно. У нас уже дети большие, я уже дедушка, но все равно мы продолжаем смотреть на женщин. Я тебе могу, Серега, ответить на вопрос, а почему мужчины, как мы, смотрим на 25-летних? Я сам это придумал. Пришел, говорю, знаешь, почему? И мне до сих пор хочется играть в машинки, да, на велике, там, что-то вот посухарить. Мужчины никогда не взрослеют. Поэтому мы молодые в душе, и поэтому мы смотрим на молодых. Ищем себе ровесниц не среди 50-летних, а среди 20-30-летних. Наверное, да. А сейчас уже серьезно я буду снимать. Сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день из Кишинева. Пламенный, горячий, добродушный, позитивный привет вам из столицы Молдавии. От главного канала Кишиневского, от Эдуарда Кара, вот я, и от моего друга. Есть кадры? Нет. От Сергея. Сейчас я собью прицел. О, вот. Упали в прицел. Она никак не хочет сбивать прицел, чтобы показать. О, вот. Сейчас она сбит. Город покажи. Сейчас. Вот это вот Сергей. Сергей мой хороший друг. Он таксист. Он мне позвонил. Говорит, Эдя, у меня есть время. Хочу уделить время тебе и каналу, и твоим зрителям. Тем, кто скучает, тоскует по родному Кишиневу. Вот мы с Сергеем находимся на улице Ленина, ныне Штефан в Чалмаре. Вот Сергей не женат, как и я. Так, опа. Протестуют, да, мы протестуем. Так, вот мы находимся на Ленина, с левой стороны Примария. Примария, опять вашему взору горки с полком появился Сергей, и это горы с полком, наша мэрия. С правой стороны бывший детский мир, потом, нет, сначала универмаг, потом детский мир, а сейчас Джемини называется. Универмаг. Да. И выезжаем на центральную площадь, вот универмаг, сейчас хочу стекло опустить, что вот универмаг, дорогие друзья, и центральная площадь, Арка Победы. Вот с той стороны хороший вид. Да, арка, а у тебя стекло не опускается, да? Вот, Сергей опустил стекло, вот Арка Победы, мы проехали Арку Победы, и вот, сейчас можете прикрыть, Сережа, чтобы ветер не задувал, да, вот памятник Штефану Чалмаре. С правой стороны бывший магазин Штиинца на Гоголя. Ой, Сережа, музыку выключи, потому что пробьют по авторским правам и мне забанят ролик, я совсем забыл. А здесь парк, как он по-старому назывался, этот парк? Пушкина, по-моему. Парк Победы назовем его. Здесь были качели-карусели, они также и остались, эти качели. Вот, там, где Оранж был раньше, магазин Штиинца и бывшая библиотека. Она еще библиотека. Как она называлась? Сейчас тут центральная библиотека. Центральная библиотека, да. С левой стороны парк Пушкина, я его снял, но еще не обработал. Легендарный кинотеатр «Патрия» и новый театр оперы и балета имени Марии Биеш. «Патрия» все та же самая. Вот фонтан, сейчас вот. Сережа мне подсказал, вот фонтан. Вообще, Степ очень... Как раз выходим четко на... Да, на то здание, где находят, где работают избранники народа, слуги народа. Отгородились такой изгородью мощной. Скромно. Да, скромно так, да. И дальше опять проспект Ленина, наш любимый. Сейчас будет улица Берзарина. Да, кто всем колхозникам бывшим привет. Исторический музей, да? Художественный музей, да. И мы пересекаем улицу. Лозо. Лозо. Тёзка Лозо. Да, Сергей Лозо. Бывший планетарий. Ныне это церковь. В этой церкви
есть икона Пресвятой Богоматери Троеручницы. Эта икона приехала из России. Короче, она в годы войны пропала. Угу. Потом ее обнаружили где-то в глубинке в России. Угу. И ее привезли сюда, в дар нашей метрополии. Вот, Сережа. И говорят, эта икона прям чудотворная, капец какая. Да, вот Сергей еще, видите, как много чего знает. Он глубоко верующий человек. Рассказывает, много знает. Все у меня, друзья, прекрасно. Вы знаете Вову Дальнобойщика. Это будет у нас Сергей... Ближний бойщик. Ближний. Как-то назвать Сергей таксист, у меня не поворачивается язык. А Вовка обижается. Извозчик. Скажи, извозчик. Извозчик. Я даже не... Вот политех. Политех – это главный корпус политеха. Я учился когда-то не в этом, а на ПГСе. Улица Берзарина пересекаем. И здесь раньше была пиццерия «Анатимпурь». Прекрасная. Тут построили какой-то... Дом МОД. Вот с правой стороны дом МОД. Локация та же самая, Трем. И самое главное, вот почти это вот посольство Российской Федерации. Вот оно с левой стороны открывается нашему взору. Это улица... Тома Чорба. Вот написано Штефан Челмарич. Больница 4. Травматология. Травматология, да. И сейчас с правой стороны будет мединститут. Слева тоже больница Тома Чорба, да? Вот это вот. Сейчас будем пересекать улицу Аргеевскую. Одно замечание Сергею. Я уже Вову приучил, дальнобойщика. Когда ты мне звонишь, возле машины находясь, автоматом моешь стекло лобовое, потому что она начинает фокусироваться на всяких точечках. Да. И все, и капец. И вот это вот зона, вот эта зона. Дождик, я ничего не могу сделать. Это не оправдание вам, дорогой друг. Это я так говорю, чтобы что-то говорить в камеру. Вот опять Сергей. Сережа, очень хороший друг. Студенты далеко, а ты рядом. Сейчас начался сезон. Пока светофор. У тебя что за очки? Можно чуть приподнять очки? Вот, посмотрите, вот. Не, чтобы они тебя увидели без очков, Серега. Вот. Меня уже, по-моему. Симпатичный парень. 100% мужчина. Кому нравится, через меня можете его найти. Это уже продажи. Да. Куплю продажи. Да, улица Аргеевская. Надо же развеселить народ. Вот много студентов, посмотрите, медики, будущие медики. Где-то Хохму где-то читал, что типа вот профессоров должны первые 3 года учить, лечить. Это было бы очень, очень правильно. И чиновники должны сидеть в креслах, сделанных из кожи предыдущих. Особенно судьи. Да. Сейчас пытаются они что-то, какую-то реформу сделать, посмотрим, чего это. Нашему взору открывается бывший завод «Топаз» и круг на Скулянку и на Буйканы. Красивое здание было, очень красивое. Было, так, да. Так, второй путь неплохой. Я так понимаю, это парковка круглая. Наверное. Круглый. Вот круг, кружок. Кружок наш на Скулянку, вот направо туда Рыжкановка, старая почта, прямо, как говорит дальнобойщик, кучери, там, где станция БМВ, там вот сзади вот кучери и Топаз. Разместился фиш-маркет, нет, чтобы написать пешки, магазин фиш. Иностранцы приезжают и как будто не в Молдове, а у себя где-то в Англии там находится, не знаю еще где. Болгарские номера, ЦЦ. Видите, вот ББ. ЦЦ. Ниссан. Да. Пединститут. Кто учился в пединституте, всем привет. Я тоже здесь учился когда-то на худграфе. Так, вот остановочка. Остановочки две слева. Ехать в город. Справа остановочка, все та же локация. Остановка мединститут. Да.
улица Чернышевского, ныне Иоанн Крянга. Это что, пробочка типа? Кстати, вот здесь пицца такая одна из лучших. Да? Тут реально мука, все ингредиенты, все итальянские. Да, кто еще не знает, Сергей, кстати, повар. Повар с опытом работы. Где, в Сочи, да, Сережа? Сейчас он... Завтра будто я сейчас... Да? Сергей отличный повар. Кто интересуется хорошими рецептами, советами? Ну, через меня. Я под твоей маркой, как будто бы это ты, я им буду находить рецепты в интернете и высылать. Ну, практика, она всегда имеет теорию. Сергей еще и повар, к тому же. Ты в Сочи работал, да, Сергей? Этот репортаж я назову «В такси с Сергеем поваром, таксистом тире». Знает много интересных таких вот прикольных рецептов, необычных, вот, классических тонкостей. Вообще, повара мужчины – это самые лучшие повара, мне кажется. Я тоже вот, если бы я не был бы оператором, обозревателем, я бы тоже стал, наверное, поваром. Тоже люблю готовить. Я не мастер, вообще мало чего знаю, но... А чем меньше знаешь, тем вкуснее получается. О! Моя бабушка что думает, что-то знала, а как готовила? Сережа, оптимист. Вот, бывшая 7-я поликлиника, сейчас она называется 4-я. Это даже не будет 4-я. 7-я, для всех она 7-я. Улица Няги. Светлана Орешкер, вам привет с улицы Няги. И всем тем, кто здесь жил на улице Няги. Продолжаем наше движение по Чернышевского. Скоро будем пересекать улицу Белинского. Помочился. 100%. Скромные домики. Очень скромные домики. Да, да. У нас такие дома вообще, я прикалываюсь, говорю, рядом такой дом построили, что мне хватит пенсии, наверное, только на одну ручку не хватит от этой калитки ихней. Я офигею, вообще там мраморы такие. Дом Брави, есть один домик, ну очень красивый, просто ну цацка. Там ворота, ну 1025 стоят. Евро. Только ворота. Офигеть, что там, что-то особенное. А в итоге дом пустует. Никто в нем не живет, хозяина закрыли, он там работал потом по наркоте, его прикрыли там, ну, я думаю, срок ему дадут немалый. И вот дом стоит. Вот так вот. Никого не осталось, отец умер, этот сидел, отец умер. Эх, еврейское кладбище с правой стороны и спуск. Улица Коммуны, дорогие друзья. И с правой стороны сейчас будет бывший продуктовый магазин, который закрыли. И там был такой барчик еще маленький, уютный. Сейчас увидите. Вот Буйкан, тот знает. Вот эта вот площадочка сейчас с правой стороны. Так было здесь уютненько. Это улица Сергея Лункевича. Вот прямо за магазином есть улочка. Ага. Сергея Лункевича. Да. Она такая, тут же сиротский райончик, домики там все от двух этажей над землей. Машина Вовы дальнобойщика бывшая. Может, не хозяин, это машина на фирму, и фирма отдает ее банку, тягачик. Я сказал уже, 6 тысяч, кто хочет, может забрать ее. Слушай,
что за тягач? Тягач, 6000, да. 6000 евро только за тягач? Да. Дорого, да? Не знаю. Ну и ремонт еще. Ну, столько же. Да. Может и больше. Ремонт головки обошелся хозяину 2500 евро. И она проехала колесо по 500 евро. Да, точно так. И машина проехала 30000 и поломалась. И уже 9 месяцев стоит. Коммуна Энгельса, бывший. Сейчас это Алба Юлия. Алба Юлия, а что ты спал в левый ряд? А ты хочешь так проехать? Нужно... Варенье, вот единственное, что я по варенью. Варенье, я тоже люблю. А что у тебя из-за варенья, Сергей, я сейчас люблю дома? Карлсон. Живу на огне под крышей. Все. Люблю варенье. Будет кличка Сергей Карлсон. Да, Карлсон, да, 100%. Ореховое есть. Вау! Какое там еще? Я обожаю ореховое варенье. Клубника, ореховое. Малина, что еще? Ну, короче, там вишню сделал, абрикос. Так, по чуть-чуть. Представляете, какой мужчина, видите, у него, да, у него ореховое варенье, вишневое, сливовое, абрикосовое. Ну ладно, сбил меня с рекламой, но абрикосовое есть. Абрикосовое и варенье, и повидло. Вот. Да, вот хороший. Сам собирал, да. Сергей Карлсон. Мало того, что есть варенье, еще и все собрано своими руками. Офигительно. Я ездил в Анены, вез пассажиров на лавандовые поля, короче. И как, вот интересная особенность. Автобусы, машины, все украинские номера. Казалось бы, да? Угу. У нас украинские номера. Люди с Украины едут к нам на лавандовые поля, а наши даже не знают об этом. Вот так вот, как обычно. Туристы знают больше, чем городские жители. Я когда жил в Варне, никто из варненцев не купается в море там, знаешь, очень мало, очень или мало. Или вечером, когда нету отдыхающих. Да. Это везде так. А я работал уже на курорте. Блин, коллеги, говорят, мы 4 года, они 4 года работают, эти бананы, скутера. Говорит, мы 4 года, давай, мы, говорит, 4 года не заходим в воду вообще купаться. Чисто так, ноги, когда вот там припарковать что-то.